В общем, детская кухня — это какой-то трэш. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Ну-ка. Поймал! Кайф какой вообще! Снег! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас фикс-прайс покупки. Фикс-прайс новинки. Фикс-прайс ноябрь. Я зашла вообще случайно в этот фикс прайс и решила, думаю, дай просто зайду, посмотрю. Как всегда, фикс прайс, как всегда. У меня только одни новинки, я вообще ничего не взяла, то, что я беру обычно, все, только новинки. Их несколько, их немного, но все это требует обзора, потому что все запечатано. И вот, например, такая кухня, которая появилась новая для деток, мне вот прям интересно. Мне кажется, что даже Денька будет играть. Он иногда бывает с Кристинкой сидит такой и что-то там типа наливает, типа пьет такой. Или Кристина такая, поел, ее кормит там невидимой едой. Я говорю, ну вы развлекаетесь. Короче, вот такая вот в фикс-прайсе кухня была. Мне показалась она какой-то интересной, только до сих пор не поняла. Она стоит 200 рублей, фикс-прайс дорожает, как мы уже знаем, да? То есть появляются более дорогие. Ну, в то же время 200 рублей за кухню ребенку поиграть, да? И вообще я взяла, думаю, для племянницы. А потом что-то подумала, что Денька тоже может в это поиграть. Но, во всяком случае, сейчас мы распакуем с вами, и я сделаю вставочки. Он сейчас как раз с садика, буду его забирать. И прям посмотрим, как он будет играть. Я вставлю вам этот момент. Смотрите, вот в коробке такая вот штука. Вставочка, и все, коробка пустая. Значит, здесь у нас идет вот такая вот поднос какой-то непонятный. Тут у нас идет такая коробочка. В ней еще приспособы какие-то. И наклейки. Если делать все по инструкции, по наклейкам, то по идее желтое, а тут розовое. Немножко не соответствует в цветах, походу. Так, это должно у нас быть вот так. Так, сейчас мы это закроем. Я же малому приготовлю, чтобы он чисто играл уже. Если он не захочет играть, мы это отдадим наши племяшечки. Мои племяшечки, вот и стоят. Да, он с одной стороны закрывается, другой нет. Ну, давай со всех сторон уже, закройся. Есть или нет? Открывай. Вот и все. Все? Все. Так, дальше. Эта вещь, она становится вот так. О, встала. Дальше. Что у нас в пакете? Это у нас должно закрываться. Вот. Сюда стоим. Что она маленькая, похоже, это не для этого. Маловато что-то. Может быть, я что-то не так понимаю. Тут еще поди догадайся, как ее собирать. Все. Так, это внизу. Нет. Слушайте, вот эта штука вообще, она меньше по объему, и она, короче, никак не становится. Тут нет никаких дырочек, лично я не вижу. Вот такие конфорочки, две штучки. Собираются. Так, дальше. Вот это вешается сюда. Так. Что за фигня? Нет, это сюда. Вот это сюда. Слушайте, это какая-то фигня, она совершенно не соответствует картинке. Сейчас я ее попробую все в конце концов собрать, потому что здесь какие-то другие вообще рисунки и все. В общем, детская кухня — это какой-то трэш. Вообще нет никакого соответствия. Посмотрите, ребенок играет. У нее здесь кастрюльки, как вы видите, да? Висят вот эти вот приборчики. Здесь вообще, вот это непонятно, как вставляется. Оно вообще очень сложно вставляется. Ну да ладно, может быть, это вниз туда я как-то вставлю. Но не суть. Вот это корыто вообще непонятно для чего в инструкции. Вот там вообще его нету. И не знаю, куда его, только не так даже. Оно так не залазит. Только вот так, если... Вот оно там лежит. Ну, может быть. Ладно, для чего-нибудь, для чего непонятно абсолютно. Где оно должно тут быть? Нет ему места, корыту этому. Непонятные вот такие две штучки, они похожи на крышки даже какие-то, но нет кастрюлек, нет кастрюлек. Две наклейки. Это вот наклейка раз, вот наклейка два.
И нет, и вот эта штука вообще, она не собачится никуда. То есть здесь есть и сбоку такие штучки две, видите? Но они никуда, здесь нет отверстий никаких. Ни сверху, ни снизу. Как бы я ни делала, она все равно проваливается туда куда-то. Вот. И все. Какая-то она неполноценная получается. Никак нас не хочет залазить. Выброшенные деньги, походу. Но здесь какие-то есть еще клапаны. Я не знаю, может быть, это продолжение кухня будет еще. Какие-то клапаны. Вот как будто что-то должно тут как-то быть еще. Короче, это надо думать, разбираться. Не знаю. Я, конечно, дам малому поиграть. Что он будет с этим делать? Покажу. А так вообще несоответствие меня раздражает. Несоответствие картинки. И нету того, что здесь, вот инструкцию бы состав найти, что входит в состав. Потому очень важен, видите, обзор. Нету вообще, нету ничего, что входит сюда. Состав, полипропилен, бумага. Все, весь состав. И ты не можешь понять, что же там на самом деле внутри. А там полное несоответствие. Так что кухня, будьте готовы. Следующее, что я взяла, тоже малом, вот такая игрушка-мячик. Мне показалось, что это может быть интересно, он как-то надувается и играется. Давайте откроем его и посмотрим. Думаю, малому будет интересно. Там был бегемотик серый еще, и вот один оставался такой жирафик. Так не люблю долго открывать все это. Смотрите, он вот такой вот мягенький весь. Так, куда-то надо засунуть ему вот эту штуку. Да, только непонятно. Где у него дырка? В голову! Ему надо в голову засунуть вот эту дырку. Ой, палку. Да? Я вижу какую-то щель в голове. А, вот! Нет, вот, под хвост. Под хвост. Вот здесь дырка есть. И надо как бы надувать, да? Нет, надо поглубже засунуть. Порву, и жалко ж будет. У него в голове тут какое-то отверстие. И вообще, вот, да, под хвостом. Сейчас. Помести трубочку в отверстие для воздуха. Надуй игрушку и убери трубочку. Шар не будет сдуваться, и можно играть. Ничего себе. Господи. Да его невозможно надуть-то. Чуть-чуть. Но он маленький, я думала, большой будет. Тут для на картинке. Тут девочка, и он шар больше нее. Сил нету больше вообще. Ну все, получается, вот такой вот он какой-то. Вот здесь. Какое-то непонятное. А что, лицо не надувается, что ли? Ну вот. Типа вот вы играете, как мячик. Что-то есть в этом, да? В общем, будет ждать Деньку. Посмотрим, как он будет играть с этой игрушкой. Дальше я нашла вот такие свечи интересные. Я до этого делала с вами свечку, помните? А здесь свечи из вощины или вощины. Я просто этого слова не знаю, поэтому не судите строго. Давайте посмотрим, что это такое. Прикольно, мне кажется. Очень красивые свечки такие, видите? Они как соты мне напомнили. Но тоже тут в комплект и ниточка, и ножик входит. А вот листы эти. Я вот именно на них взяла посмотреть. Такие листы. О, интересно, да? И они скручиваются. Тоже горят. Короче, это тоже, видимо, из воска, только уже сделанные красивые такие, видите? Оранжевый, желтый, красный. Красиво, мне кажется. Ну, это чтобы своими руками что-то сделать. В общем, мне эта вещь понравилась. Оставим ее. В общем, свечи такие. Еще я видела ручки вот такие классные. Я вообще люблю рисовать. Давайте посмотрим. Я люблю рисовать. Что сказала? Дэня любит рисовать, а мне надо писать. Наверху просто такие штучки две. Арбузик и... Арбузик и какая-то клубничка или что-то такое.
Ой, они тонкие такие, смотрите. Такие тонкие прям. Ой, я не люблю, честно говоря. Я больше всего люблю шариковые ручки. Не люблю писать ручками, которые пишут очень тонко. Я больше люблю, когда жирно пишут ручки. Дальше я решила взять густое масло для волос. Девочки мне, кстати, советовали еще и глину. Но глину я не нашла, я ее не увидела. Там хотела тоже попробовать. Но в этот раз, так как мне это густое масло очень понравилось для волос, оно реально вкусно пахнет, я решила взять густое масло для волос, горчичное в этот раз. То у меня другое. Но здесь написано «экстремальный объем и блеск с эффектом глазирования волос». И этот классный аромат. Будем проверять, как у нас объем экстремальный появится. Еще мне очень понравилось для деток. Тоже, слушайте, для деток, правда, там так много всего. Это вот такая, как рыбалка. Деревянная рыбалка. Давайте откроем, посмотрим. Стоит 99 рублей. Смотрите, в комплекте, значит, вот такая вот у нас деревянная игрушка. Вот, я выбрала пингвинчика, потому что там были дракончики еще, но это ассоциация с чем у нас? С чем-то морским, да? Тут всякие рыбки. На рыбках у нас, как видите, маленькая такая магнитик, видимо, или железочка. Вот так вот оно ставится все. Также здесь две такие палочки, на них тоже маленькие магнитики. Единственное, что насколько оно все сделано, чтобы оно прилеплялось, да? Мы будем с Денькой так вдвоем ловить рыбку. Я скажу, давай, Дэнь, ловись, рыбка большая и маленькая. Ну-ка. Поймал рыбку. Слушайте, ему кажется, будет интересно. 9 рублей, такая забава. Блин, да это же вообще... Ну что? И еще также я нашла фикс-прайс. Вообще, короче, к Новому году я же говорила, да? Я же ругалась, что они к Новому году уже всего набрали. Нормально это? Короче, какой-то такой снег, 77 рублей. Он мгновенно увеличивается в объеме. Вот это мне стало очень интересно, что с ним надо сделать. Так, первое, для разведения снега возьмите чистую емкость достаточного размера, используя мерную ложечку в комплекте, отмерьте нужное вам... Ой, хорошо, я думала, все придется израсходовать, хоть оставлю на Новый год. Добавьте воды из расчета 50 мл на каждую ложечку сухого вещества. Подождите 5 минут, чтобы вода впиталась. Разрыхлите снег ложечкой. Так, давайте откроем, посмотрим, что у нас там вообще. Надо аккуратно, а то сейчас снег прям в нос. Снег в нос, ну прям. Может, там внутри еще один пакетик? Ну и мы же этого не знаем. Да, там внутри еще один пакетик, вот он. И мерная ложечка. Ну что, идем тестить. Итак, вот наша водичка. Сейчас мы насыпаем сюда мерную ложечку нашего снега и смотрим, что получаем. О! Охренеть! Ой, у него запах такой химозный немного. Слушайте, это просто мгновенно. А еще... Он похож на кинетический песок, только он более нежный. Слушайте, какая прелесть. Более нежный, и он прохладный. Он какой-то влажный, прохладный. Кайф какой вообще. Снег. А лепить снежки можно, интересно? Не, он какой-то резиновый. Эти не лепятся. Слушайте, ну это так клево. Класс. Знаете, мне интересно, сколько он будет вот так держать свои свойства? Я, наверное, не буду его сейчас выкидывать. Может, он до Нового года простоит? Но вообще, мне интересно посмотреть, понаблюдать, что с ним будет. Так что будем ждать. Ну что, вот такие вот клевые покупочки были у меня в фикс-прайсе. Я специально взяла немножко, чтобы сделать такое коротенькое видео, чтобы более-менее сделать обзорчик на эту кухню, потому что я так думала, что я долго буду собирать. Вот, фикс-прайс радует. Надеюсь, что еще будет очень много новинок. Обязательно буду туда заходить. Пока мне все это интересно, будут у вас обзоры фикс-прайс. А у меня новинки фикс-прайс. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Если что-то понравилось, бегите скорее, пока это все не разобрали. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Смотри, нет, смотри. Сейчас мрака поймаем. Опа. Поймали.
поймали. Ты будешь так делать? Давай, Дэнь, давай тоже рака поймаешь. Или кого-нибудь, смотри, палочка. Бери ручки, бери. Ой, смотри, рака поймем. Смотри, давай ракушку поймем. Короче, малыш, не понимаю, что я вообще делать с этим делом. Ну, нет? А как тебе кухня? Смотри, какая кухня. Будешь играть? Смотри, сколько штучек. О, а кухня это интересно, скажи, да? Что там приготовил? Тут я не знаю, куда деть Дэнь, поэтому он вот. Тебе тоже кухня не вдохновляет. Что-то не хватает, да? Ну-ка, разбери, как тут надо вообще делать все. Может, я неправильно что-то сделала, может, я не понимаю. Нет? И ты не понимаешь? Так и я не понимаю, зай. Так и я не поняла, что с этим делать. Крутится? Чуть-чуть, да? Крутится. Да? А вот это зачем? Вот это зачем? Куда это? Сам не знаю. Это вообще не отсюда. Что это? Что это, зай? Ты не знаешь? А вот это красное у тебя в руках. Дырки какие-то там. Дырок быть не должно, по идее. О, так, а еще смотри, что есть. Дэнь, вот смотри, еще что есть. Это шарик. Ты будешь играть с таким? Что-то необычное, да? О, вот ты хочешь? А, ты, ты надуваешь? Вон мячик, мячик, смотри. Динь-динь-динь. Вот так, да, можно делать. Нравится тебе? Пока для тебя интересную штучку купила в Экспрессе. Вот так, руки качают, да, бицуху. Вот, да. Что, не нравится? Маме отдал? Вена. Ну, короче, нравится, в общем-то, ребенку. Сколько мы не оценили вот рыбалку, она такая классная, но он еще не понимает. Ну, это значит, на вырост. Он пока что берет эти палочки и ест ими, как будто это... Как я суши ем, вот он берет их, начинает тыкать. Ему сладкий, 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 лови. Ой, лобная часть. А должна делать вот так. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Тебе кидать? На. Давай, лови. Дай, дай, лови.